Какой побежал? Игрок! Игрок, игрок побежал! А ты маленький, сука, забежал в зданице, блядь. Сейчас чихлить будем, блядь! Иди сюда, Валера, блядь! Я трусики хочу! Эйпс! Братишка, сестренка, значит. Это я, отец Шимору. И ты знаешь, куда меня сегодня занесло? В детсад. Да, в тот самый детсад, который мы с тобой снимали когда-то. Значит, как только игра вышла, значит, мы ее облюбазали, значит, облазили, значит. И нам было недостаточно контента в этой игре. Это та же самая выживалка по типу Дейза, по типу Раста, по типу Скама, по типу всего остального. Но ребята в комментариях мне говорили, что игра обновилась. Значит, вот так. Значит, мы от скама-то передышечки делаем, поэтому зашли сегодня в детсад по многочисленным просьбам ребят, которые утверждают, что здесь теперь есть большое количество контента. Давай посмотрим на это большое количество контента, давай посмотрим, сколько разработчики нам здесь навводили и что здесь интересного есть. Так, смотри, коробочки какие-то. Нихера сразу лута, подожди. Я же только бичара, я же только появилась. Подожди, все предметы. А это земля, подожди-ка. Слушай, ну я же лошара, я же только появился, и мне уже сразу ствол? What? На, экипировать. А, слот для такого предмета уже за... А, для... Понимаю, экипировать. Так, а патроны? Что я сделаю патронами здесь? Разделить, выбросить, группировать все. Это патроны же 1270? Здесь 70, ням-ням-ням-ням. Быстрая кнопка 2, альт выбросить. Рассказывай, как у тебя дела, лайк не принес. Можно отменить стрельбу? Подожди, блядь! Ты можешь убрать? Так, подожди. А, все нормально, нужно от первого лица просто играть. Так, хорошо, у меня нихуя нет, короче, да? А, насколько я понимаю, бинты, пустые шприцы, здесь всякие консервированные ананас, у меня персонаж хочет жрать. Давай проверим, что у нас здесь имеется в детсаде, поиграем от первого лица, потому что тут я хотя бы вижу, что я могу целиться, как бы, да? А там у меня анимации только от третьего, так, толкан есть. Игра очень хорошо оптимизирована, кстати говоря. Очень все плавно идет, очень все плавно, ничего не лагает вообще. Также предметы можно... Опа, нихуя. Слушай, нихуя себе сервачок. Я уже броник себе натыбал. Ух, нихуя себе. У меня еще и топорчик есть, ёптана. Опа, нихуя понеслась, бля. 7,62. Значит, ну это не те патроны, которые мне нужны. Ладно, давай разведаю местность, рассказывай. Как у тебя дела, болеешь, не болеешь? Я вот до сих пор болею, как бы, да. Ну это похуй вообще, в принципе, как бы. Потому что я для тебя стараюсь снимать вне состояний, как говорится... нестабильных. Поэтому нам с тобой насрать на это все дело. Вот. Сопли, как бы нос немножко заложен. Может, ты это слышишь, не слышишь? Что это такое, блядь? Это как будто птичка со мной пересвистывается по каким-то тайным опознавательным знакам. Отец, нихуя не обновили, говорит. Все это пиздеж. Ребята говорят, что пиздеж. Так, это что такое у меня? Это у меня куртеечка, да? Так, хорошо, я уже чувствую себя сексуальным мужчиной. Обмундированным. Так, а там у нас штанишки пиздачие. Пиздачие, чем у меня, да, штанишки? Если вот эти штанишки сброшу, а потом вот так вот оп-оп-оп-оп через Ctrl. А, два клика, и я забираю, соответственно, предметы. Так, ну, в принципе, все заебись, мне нравится. Мне заебись, мне нравится, мне хорошо, как бы. И это, значит, хорошо, но! В этой игре один большой минус. Здесь нихуя нет зомби. То есть мне нужно пи... А, здесь какие-то другие, здесь, короче, эти ходят. Здесь, короче, типа рейдеры ходят. Это что за пистолет? ТТК. А если я возьму ТТК? ТТК, наверное, я заебись. Здесь, короче, знаешь, какая ситуация? Здесь, короче, ходят бандосы, да? Бандиты, негодяи, подлецы, короче. По улицам, по селам, по деревням. Вот. И, соответственно, они здесь всех терроризируют. Их можно пиздануть, а можно не пиздануть. Также здесь ходят другие игроки, да? И все они бешеные, все они хотят дать друг другу пизды, чтобы отобрать твой лут. Огромная железная дорога. Кстати говоря, очень красиво все оформлено, на самом деле. Природа здесь пиздато сделана. А модельки персонажей, конечно, уебищно. Но, тем не менее, как бы я удивлен, что через столько времени не поменяли. Я последний раз снимал, значит, эту игру тебе. Сейчас скажу, когда. Наверное,
полгода... Нет, год назад, наверное. Год назад мы с тобой... А чё так персонажа подёргивает? Это серверные лаги такие, тык-тык-тык. Знаешь, как будто тык-тык... Во-во-во, картинка, тык-тык. Тык-тык с притормаживаниями такими. Это или это подгрузки идут? Так-то FPS-то очень хороший, как бы, но такие тык-тык-тык, как будто сетевые. Знаешь, это что такое? Автомобиль? Автомобиль чей-то? Автомобиль могу иметь? Автомобиль иметь не могу. Ну, такие игры пиздатые, как бы, выживалочки это очень хорошо, но нужна мотивация и нужно пизделово какое-нибудь. Сейчас пойдем с тобой какую-нибудь военную зону. Карту могу посмотреть? Да, карту могу посмотреть, я вот здесь вот. Там у нас точки всякие разные, здесь зоны столкновений, всякая такая залупа, короче, в игре есть. Не знаю, нахуя эта залупа нужна, но патронов в игре просто дохуя. Просто, я не знаю. Обмазывайся ими, это очень хорошо. Значит, должно быть и бенилово, медикаменты. Можем взять медикаменты, если что, полечить себя, да, если вдруг заболеем. Так, пойдем дальше. Все хорошо. Тебе, кстати, такие игры больше нравятся от первого или от третьего играть? Лица. Опа. Слушай, мне так нравится. Опа, нихуя. Тихо. Что это за нахуй? Кто-то в кустах сидит там. Трещит. Ну-ка нахуй. Кто здесь, блядь? Это кустики так озвучены. Это так озвучены кусты. Так, ладно, есть ли здесь кто-то у нас? Там какие-то миссии нам приходят, уходят. Непонятные. Эти дома пустые. Хорошо, ладно, пробежались дальше. Пробежались дальше, смотрим. Это что такое? Это что такое? Везде патроны просто накиданы. Абсолютно везде. Как будто... Блять, ну это знаешь, сделано для чего? Короче, если ты, короче, типа откис, да, все проебал, чтобы ты не расстраивался, игру не удалял. Ну, если ты был сильно залутанный, что тебе на, вот тебе пистолет, говорят. Слушай, а побежали вон туда-ка нахуй. Побежали вон туда-ка наверх. Здесь есть военные базы. Короче, делают как разработчики, знаешь. Чтобы ты не расстраивался, чтобы ты маленький не... как говорится, не переживал за то, что твою жопу разорвали, значит. А разработчики делают простые вещи. Они просто... Да... Опа, нихуя, вон они идут, смотри! Гэнгстеры! Засадку им ебанем? Лутецки отберем, нахуй. Или пизды получим, блядь. Это тебе не против зомби играть, блядь. Вон, видишь? Раз. Два. Хуяк! Пиздык чирик, нахуй. А чья маска, шапки и штаны? Аккурат они мои. Не найдено ни одного подходящего. А я не могу у него, что ли, взять? И карабинчик, нахуй. По тихой пригрето, ебать. Я уже на винтовочке. На хуёвочке. Касочка-хуясочка. Полевой жилет. Охотничий жилет. Скинуть вот это могу? А. Я не могу скинуть, да? Я могу сделать вот так. Оп. Опа. Потом. Опа. Опа, на водочку сюда. Опачки. Так, теперь что? Теперь я могу просто скинуть вот сюда штанишки. Да, например. И вот у этого мальчишки обыскать. Забрать штанишки. Потом хуяк пиздык лежат мои штанишки. Хуяк. Надели. Все, понял. Понял. Курточку такая, такой же процессинг у нас по курточке. Вот так вот хуяк пиздык. Потом чирик-куку. Потом хуяк. Смотри, какой я быстрый лутатель. Хуяк-хуяк. И я уже пацан при деле, ебать. А где моя каска, нахуй? Каску скинул. Дурачок. Получай же, старичок. Все, ебать, и я при военном гире. Понимаешь, все. Все, игра пройдена. Хотел сказать бы я. Но не в этом дело нихуя. Так, значит, они шли откуда-то отсюда, сверху, да? Слушай, ну прикольно то, что ты быстро добываешь ресурс. Как бы. 5 из 5 у меня на винтовочке. Молодые люди где-то здесь есть, не? Шли вон оттуда. Там военный лут или нет? Чтобы покушать как-то могу. Хуяк. Пизды-ка я уже на хавочке, да?
Еще бы попить найти. Я бегу сейчас в опенфилде, наверное, мне пизда может прийти. Ход зарабатывания достижения, гурман. Это про меня, блядь, это заебись. Молодые пацаны. Во всякие выживалки играли. Активность в секторе. Легкая миссия провалена. Я, блядь, даже не видел никаких миссий здесь. Так, ну от первого лица играть удобнее однозначно. В плане того, что если ты хочешь пострелять... О, хуй побежал, игрок! Игрок побежал! А ты маленький, блядь. Сука, забежал в зданице, блядь. Сейчас чехлить будем, нахуй! Иди сюда, Валера, блядь! Я трусики хочу. Так, значит, я по трусы. Это мой хуй. Черепиздыш. Понимаю. Пошел нахуй! Ты мой первый, блядь! Ну, ты ж мой хороший, блядь. Полутанная моя морковка. Добро пожаловать в скам, нахуй. Ружье, блядь, это у него ИШ? С дробашом мальчишка, что ли, блядь? Красноперый, блядь. Будет кепочка моя. Ну чё, маленький? Есть у тебя? Не, нихуя нету. Воды, сука, нету у пацана. Не было. Он залутал, короче, вот эту вот штуку. И решил съебаться, нахуй. Но не тут-то было. Батя в шлеме его догнал. Ну не трусики, так что я его с него снял? А вот трусики, да? Да. Проспиртованная тряпка. Это мы будем считать за трусики. Жалко, что здесь трусиков нет. Так, значит, у нас минус один клиент сразу же. Только зашли в игру. Есть уже лутер, да? Есть уже мальчишка, которого мы с тобой писюлю-приписюлькали. Ну, ты знаешь, здесь не хватает зомби, на самом деле, чтобы в нее было заебись играть. Здесь не хватает вот этих опасностей. Я понимаю, что мальчишку мы убили, как бы. Он пошел резаться. Это все, конечно, красиво, все, конечно, приятно. Но, блядь, мне хочется... Пустовато все равно игра смотрится. Вот как в скаме, знаешь, там есть роботы, военные вот эти зоны, территории... Здесь этого нет, здесь это пусто. Здесь есть военные базы, как бы, да? Ну вот какие-нибудь бункера, какие-нибудь такие, блядь. Я не знаю, там карточку также находишь, какую-нибудь секретную, нихуя там. Это что такое, там город большой какой-то? Карточку какую-нибудь находишь, да? И бежишь, короче, там, по этой карточке куда-нибудь и бенится там в Талово. Слушай, этот пацан знал, что по нему стреляют. Как бы он зашел в дом и начал что-то там лутать, что ли, я не могу понять. Блять, нос заложен, блядь, как долбоеб себя веду, но тем не менее. Значит, что, не слышны выстрелы, что ли, здесь, когда издалека? Пуля не слышно, что мимо пролетает, как бы? Понятно, что пуля тебе не должна рукой махать, пока пролетает мимо, блядь, говорить, в тебя стреляют, челик. Но какие-то опознавания, потому что он почему-то спиной стоял ко входу, и если он уж пытался спрятаться, он должен был спрятаться, как бы, и ждать меня, понимаешь, то есть, ждать меня на разъем. Нихуя тут выстраивается залупенцы! Нихуя тут обжились люди, блядь! Это чья-то база, ребята. Здесь мне пизда и придет, нахуй. Это база, короче, этого отщепенца, нахуй. Сейчас он своим друзьям сказал, говорит, меня выебали прямо в сарае. Пацаны, готовьте оборону. Да ну нахуй. Да ну нахуй, здесь что люди строят-то, а? Обоссать можно? Нет, это не скам. А жаль. Все-таки механика обоссывания в скаме нужна. Ты че нахуй? Ты че, блядь? Местный житель, что ли, блядь? Стоит, прятается. Услышал меня, слышь? Услышал и шхерится, блядь. Ружьишко взял, он подсиживал здесь кого-то. Подсиживал кого-то на базе здесь.
уёба, блядь. Пошёл нахуй. Это что за хуйня, блядь? Ну их нахуй, блядь. Так, тихо, спокойно. Идем дальше, идем сюда, посмотрим. Не зря же здесь построились, ребята. У меня же ничего не вытекает, ничего не вытекает. Поем немножко, кушать хочется. Не, ну так-то нормально, то, что динамика, стрельба, да, но... Вот этот элемент выживания. Он здесь какой-то странный, да, опасность есть? Но не такая опасная, блядь. Аккумулятор. Это заебись, то, что у меня есть аккумулятор, доски. Куртки, аккумулятор, доски. Это не то, что мне нужно. Здесь же тоже могут сидеть шныри. Если кто-то здесь что-то лутает. Нужно быть очень внимательным, потому что здесь, видишь, как бы перестрелка за перестрелкой может быть. Не знаю, пасет ли кто-то территорию свыше. Природа мне нравится, как в игре сделаны. Достаточно хорошо. Все, в принципе, оптимизировано неплохо. Нет каких-то, знаешь, таких вот проблем, как бы. Я вот кепка, да, уже хожу, всех убиваю, понимаешь, блядь? Вот это я понимаю, блядь. Зашел. Ты чё нахуй? Пошел нахуй! Вау! Третий мой! Ебать! Молодой человек, блядь. Уступите мне место, блядь. В вашем троллейбусе, нахуй. Вот это я поймаю, блядь. Это я поймаю, блядь. Зашел на сервер населенный. ФЦ, блядь, кто-то написал. А хули ФЦ-то, блядь? Батя на сервере, нахуй. Батя пришел. Мне в скаме не хватает такого, понимаешь? Чтобы вот так вот... Чё, блядь? А чё ты не радостный? Чё ты не радостный-то? Пизданули тебя. Понимаешь? Газировочку. Вот это вот можно было бы и выпить. И все они с дробашами ходят. Я их убиваю с пистолетом. Так, медикаменты теперь. Смотрим, как это работает. А... Медикаменты на продажу, что ли? Я не вытекаю, поэтому у меня все заебись, да? Слушай, а нахуй мне топор? Дай-ка я возьму винтовку с челика. Сколько у меня патриков? Ему, видишь, не повезло. То, что у меня бронежилет. А он бичарой, блядь, бегал. Ты чё нахуй? Нихуя там денег у челика было. Блять. Какой-то Вася бандит, ебать. С ППшкой нахуй. Переебал мне просто по жести. Сука. С деньгами и с ППшкой хуй. Жду тебя, там какие-то переписки в чате. Вот это ему ваншоточку, конечно, впилил нахуй. Вот это он не ожидал, блядь. Вот это у нас с тобой рашик по серверу, как бы. Давно я такого в выживалках не видел. Этим мне игра, кстати, сейчас нравится. Динамика высокая. Как тебе? Напиши мне.
В Дейс реально можно бегать, блядь, в Скаме можно бегать на населенном сервере, нихуя никого не встретить. А здесь бам-бам, пау-пау-пау. Получаешь удовольствие, понимаешь, весь в кайфе, пиписочка аж мокреет. Не, у здоровых людей пиписочка просто так мокреет. Не, смотри, у кого. Как бы, но тем не менее, ты прям чувствуешь, да, ситуацию? Сколько в стаке? Хуй его знает. Полечиться я как-то могу? Это все на продажу, видимо, да? И тут рубли, короче, как я понимаю, да, они в зоне. Есть зона с торговцами. Типа ты на вылазку сходил, пошел, продался. Я не знаю, правда, где здесь... Ты чё нахуй? Ты чё нахуй? Откуда столько патронов? Ты кто нахуй? Уи! Уи! Негодяй! Молодец. Отца переебал, как шалаву посидел, блядь, в кустах, нахуй. Папгер вонючий, блядь. Возвращай, блядь, нахуй, блядь. Возбудили меня, блядь, как дикого зверя, нахуй. Что здесь? Здесь вертак летает. Смотри, вертак полетел. Это аирдроп здесь какой-то или чё? Ты понимаешь? Ты понимаешь, какая крыса вонючая, блядь? Я бежал себе через кусты. Я бежал через лес, ёбаный театр. Я даже не думал, что мне пизда наступит, как вонючего шалашовку, блядь, меня... Нет, меня нормально убили. То есть, я думал, у него патроны кончатся, и я выйду из-за дерева. Криво... Оба, хуй бежит, лутается. Есть что? Давай, сука, хую сделаем. Забежал в дом. Бля, лагает. Давай сейчас, сука, нахуй ему. А? С оружием, сука, с пистолетом. Давай, сука, нахуй! Сука! Пошел нахуй! Попал, сука, разок. Убежал? Попал, сука, разок. Ищет меня, ищет, смотри. Смотри. А это что за хуй вообще? А это... Опа-ма! Ах ты... А, у меня 60%. 60%. Давайте, мстите мне, давайте, блядь! Разогревайте меня, бля. У меня 60% хп было. Это уже другой хуй, короче, был. Я не знаю, убил он или зару... Он, короче, бежал тоже за этим сюка-сюка. Тот был в Олимпийке, да, хуй? Соответственно, этот хуй его перегрыз, короче, получается... точнее, не перегрыз, а ждал его тоже. Вышел там, повыглядывал, но никого не нашел. Короче, здесь оружие найти, это очень важно. Еще один хуй бежит. Нихуя здесь! В военном гире хуй. Ебать, да здесь перестрелка наперед. Это не выживалка, нахуй. Это какой-то десматч, нахуй. Кто быстрее оружие найдет? Я понял, что из себя Dead Side представляет. Пушку, короче, нужно находить, поэтому оружие везде разбросано. То есть здесь разоруженного игрока. О, пошла перестрелочка, блядь. Кому-то въебали уже. Ой, блядь, что-то мне все залагало. Ладно, сейчас спокойно. Подергивания вот эти, тык-тык-тык-тык, какие-то странные. Сука. Здесь же нету нихуя. Там, сука, нахуй убежал. Есть элементы паркура. Все, короче, меня зарежут, блядь, потому что у меня хп меньше. Если сейчас кто-то стартанет здесь. Ну чё нахуй. Сюка-сюка, блядь. Теперь у меня есть что, да? Бля, мне бы нормальный пистолет, на самом деле. Свеча зажигания. Есть автомобили, да, в игре? Консервы, если что, похаваем. А давай сейчас похаваем. Так, значит, там хуй побежал. Он в кого-то стрельнул.
То есть, скорее всего, он кепку пизданул там, да, такую же, как я. Как бы, сука, было все оружие, было все, если бы хуй в кустах не подсидел, блядь. Не, ну это часть геймплея, как бы, это прикольно. То есть, с этим я тут не поспорю. Вон там, видишь, хуи на дороге? Там труп на дороге, по-моему, лежит. Сейчас мне пизда, я голенький. Нам бы также со ствола по хедшоту дать. Рабочим ребятам. Ну, которые армейские. Вон, видишь, хуй приложенный? Его приложил молодой. И он раздет. Хуяк. И у меня нет патронов, да? Понял, блядь. Он его раздел по патронам. Здесь что, гвозди, блядь. Машинное масло. Это как раз вот этот выстрел и был. И побежал дальше, видимо. Блять, сука, нахуй, сука, блять, надо штаны сменить. Обрезик. Тоже без патриков. Блять. Давай. Сука, долбою, блять. 10% хп снимает. Так. Джинсовые штаны. У меня патронов нет! Не пизди! Мазила ебаный! Умоляю, иди нахуй! А сколько у меня патриков было? Я же их не ски... Ты чё, дурак? Тебе моя маска понравилась? Пошёл нахуй! Слушай, эта игра похожа не на выживание, блядь. Однозначно, нахуй. Это десматч, блядь, какой-то. Он ещё и гнался за мной. Долбоёб, блядь. Так, подожди, ладно. Ну, не долбоёб, ну, нет, это его дело, конечно. Но всё равно. Ну, зачем гнаться за человеком, который от тебя убегает? Потому что на мне две пушки висят. Это что у меня? 9.18. Восемь из восьми, подожди. Я перезарядился, что ли? А ну-ка иди сюда, нахуй! Говно! Должен был бы сказать я, но нет. Я перезарядился же, дурачок, блядь. А почему я перестал стрелять? Я думал, у меня падает, у меня было 0 из 8. А вон 9 еще в запасе. Иди сюда, нахуй! Сейчас пиздилово будет, нахуй! Мне 58% хп не будет, пиздило. Короче, давай рискнем, пизданем. Короче, ты знаешь... Прошу прощения. Выживалка. Из этого никакая. В плане как выживалка. В плане как... Тренировка, блядь, по выслеживанию пабгеров. Базара ноль. Он вернулся сюда, не? Молодой человек тут, блядь, есть? Вот, то есть... Много стрельбы. То есть, должен быть баланс в выживаниях. Встречи там радостные. С игроками, да? Ты рад видеть должен быть игроков. Вот. А так ты, получается, как бы... Встреча есть, ты залутался, потом опять встреча, 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 все бегают, все друг друга пиздят, то есть нет такого особенного момента, о да, я снял трусы там с игрока, блядь, и там... А я получаю удовольствие, потому что я так встречаю редко игроков, и вот, наконец, я его нашел. Полутал его трусики. И все, то есть у меня радость в жизни как бы есть, понимаешь? Такого нет в игре, к сожалению. Потому что все пиздятся постоянно. То есть очень много пиздилого. Поэтому
Я бы сказал, что эта игра для любителей такого экшена, помимо выживания, то это да, базара ноль подходит. Но выживалка должна быть наслаждающейся, как бы, понимаешь? То есть ты не должен встречать каждые две минуты, блядь, индивидуума. И плюс индивидуумы подсиживают индивидуумов. Ну, как ты видел, было, да? Гвозди, блядь. Зачем мне гвозди? Сука, а я думал, у меня патрики кончились, почему-то показало. Внизу, получается, показывает общее количество, которое у тебя есть по патронам. Не видишь никого? По факту, по-хорошему, как я понимаю, здесь выживание происходит как? Ты бегаешь вот так вот по дорогам, ищешь вот эти вот отряды, которые НПЦ ходят, патрулируют, разбираешь их, как я это сделал, получаешь гир и хуячишь кепок. В кепках, естественно, ничего не находишь. Ну, конечно, есть кепки с деньгами, как ко мне прибежал, но это был не кепка, там загиренный был чел. О. А вот это схрон пацана. Схрон настоящего пацана. Но эти патрики не подходят к моему ТТК. Но ТТК хороший пистолет. Мы с ним сколько? Двоих человек убили? Бля, ну здесь больше никого нет. Вот, поэтому, не. Dead Side, я не вижу изменений прям сильных в плане контента. Как были пустынные дома, так и остались. Но я тебе опять же повторюсь, по динамике играть актуально, то есть. А там хуй идет по дороге? По динамике есть вот этот момент выживания с перестрелками, с лутом и так далее. Фармить доллары, да, здесь как бы. Фармить ресурсы и получать удовольствие. То есть в любой момент здесь может хуй какой-нибудь зарезаться с ножом. И мы над ним можем получать удовольствие, да? Какие-то сетевые серверные подлаги присутствуют. Эти тык-тык-тык, подергивания. Вот, значит, ну так динамично на самом деле, охуенно. Надо бы на военную базу сходить. В общем, пиши, что думаешь. Как бы, не забывай въебать мне лайк, если хочешь еще подобного. Может быть, здесь на военку походить, может быть, еще. Как только выздоровлю, обязательно будем делать стрим. Пока просто смотрю на все эти игры в 2021 году. Но больше, конечно, я для тебя скам сейчас снимаю. Но, тем не менее, как бы хочется вот это все узнать, увидеть, как вообще происходит. Будет еще кто-нибудь у нас? Клиент какой-нибудь? Дай-ка я сделаю так. 4. Ха, я слоты не могу поставить быстрого доступа из инвентаря. Это минус. ХП понемножку восполнилось. Но нихуя никого нет. Короче, братишки, сестренки, пишите, что думаете. Значит, по этому поводу. Как вообще относишься к таким играм? Играл ли в Dead Side? И насколько он динамично смотрится? Такой, знаешь, такой, блядь, папк с быстрой динамикой перестрелок плюс выживание, как бы. Что-то типа того, понимаешь? Патруль! Давай на нем я, блядь, и закончу свое повествование. У них военный гир, который мне нужен. Нихуя! Вы чё задумали, ребята? И вот это... Так, есть контакт? Да как здесь наводиться-то, блядь? Ой, залагало.
Да, есть, есть звук от пуль. А, он лагает, ёбаный! На shift нужно было нажать. Ёбаный инкубатор, блядь. Это я про себя. Но эти пацаны были не с военным гиром вообще. С долларами. На винтовочку у нас есть патрики, но у меня хп практически нет. Это пацаны голышом. С дохуя разными патронами. Но толку от этого, если мне пизда в любом случае. Знаешь, когда стреляешь, обязательно жми shift. Смотри, что происходит. Так ствол дергается. А. А ну один хуй похуй, в принципе. Значит так, братишки мои, сестренки. Посмотрели мы с тобой на Dead Side 2021. Пиши, что думаешь. Как это, интересно, неинтересно? Увидимся с тобой на новом видео. С тобой был я, Утес Шимору. Пиши, значит, проникся ты или не проникся. Нормально мы сегодня с тобой попиздились. Пока-пока.